Съешь кусочек манго. Нет, спасибо. Хватит, один раз уже траванулся этим манго. Когда? Что случилось? Когда ты мог травануться манго? Я тебе рассказываю эту историю, ты чё? Какую историю? Никогда не слышала этой истории. Люда! Ну, ты не рассказывала. Я от вот что? Такого вот кусочка манго чуть не умер. От вот такого кусочка ты... Да ладно. Да что? Ладно! Что? Ну мы с Алексеем Сергеевичем, Антошенькой, ну, решили выпить. Так. Взяли виски и один манго на закуску. Я вот такой вот кусочек съел. На следующий день я не знал, что делать. Скорую вызывать. Я полдня просидел, пропердел просто туалет там. Вымывал потом после себя. Так траванулся этим манго. Траванулся? Да. Манго. А сколько же вы виски выпили, господи? Так а сколько мы выпили? Ну, 5 бутылок на троих. 5 бутылок на троих? А что это много? Алексей Сергеевич вообще не пил. Ну, я там... И ты считаешь, что выпив 5 бутылок виски и закусить маленьким кусочком манго, ты отравился от манго? Да 100%! А что, от вискаря, что ли? Ну, ты в своем уме? Ты хоть видел, чтобы кто-нибудь когда-нибудь от вискаря кому-то плохо с утра было, а? Чтобы голова вот так вот трещала, как у меня после манго, а? Боже, бедная манго. Конечно, все вот это манго.